эстрагон, базилик, портулак, кервель. Эти названия носят пряные и полезные травы, пока еще мало знакомые уральцам. Заслуженный агроном РСФСР Анна Васильевна Юрина, заведующая отделом плодовощных культур Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства, занимается не только культивированием этих растений, но и их пропагандой. В Свердловске уже есть заводские столовые, где круглый год подаются к обеду богатые витаминные травы. Лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. А еще лучше самому попробовать, если уж речь идет о новых блюдах. Кулинары из городов Свердловской области дали отличную оценку всему, что отведали здесь. Будем надеяться, что эти травы найдут кратчайший путь к нашему столу.